Всем привет! Вы на канале «Дома как дома». Меня зовут Лилия, и я проживаю в Турции. Сегодня я предлагаю приготовить нам очень вкусные фаршированные перцы с пряной начинкой. Это блюдо мы подаем в холодном виде, готовим его на оливковом масле. И весь секрет именно в специях, которые мы добавляем в рис, и также в способе приготовления. Ничего сложного нет, а наслаждение просто море. Итак, для этого блюда нам понадобится большое количество лука. Я взяла не две, а даже три луковицы и измельчила их на блендере. Вы можете лук мелко нарезать или натереть на терке. Также можно его измельчить в комбайне. Теперь берем 150 мл оливкового масла и отправляем туда лук. На среднем огне пассируем его, доводим до мягкого состояния. Пока готовится лук, мы промываем рис и отправляем его к луку. Также нам нужно будет натереть один или два помидора. Рис у нас уже в кастрюле, мы хорошо все перемешиваем. И на умеренном огне, немного ниже среднего, обжариваем рис с луком. И отправляем туда подготовленный томат. Заметьте, что во время приготовления риса мы совсем не будем добавлять воду, потому что нам нужно довести его до полуготового состояния. Поэтому тушиться он будет в собственном пару и в собственном жару, скажем так. Мы с вами заранее подготовили изюм. Его нам нужно залить кипятком и немножко подождать. И теперь начинается самое главное волшебство. Добавляем приправы в рис. Возьмем 1 столовую ложку паприки, 1 столовую ложку черного перца. Возьмем смесь трав. Также добавляем подготовленный изюм. Добавим большую ложку сушеной мяты. И самое главное, добавляем с вами корицу. Все хорошенько перемешиваем. Накрываем крышкой, а тем временем приготовим небольшой пучок зелени, примерно вот столько. Нарезаем, также отправляем к рису, накрываем крышкой и пусть он там у нас на выключенной плите постоит и подождет. Мы тем временем с вами подготавливаем перцы, выбираем серединку. Подготовительные работы окончены и теперь самое время начинить перчики. Хочу обратить ваше внимание, чтобы перцы вы начиняли не утрамбовывая и не прилагая усилий по их наполнению. Вот сколько возьмет. Потихоньку вложили рис. До самого верха не наполняйте также. Не забывайте, что рис наш полуготовый, поэтому, чтобы ему проготовиться, ему нужно там немножко воздуха. Таким образом формируем все перцы. И сверху мы их накроем небольшими кусочками помидора. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас рис равномерно проготовился. В кастрюлю вливаем воду, заполняем ее на 1/3 и добавим пару ложечек оливкового масла. Ставим на средний огонь. Готовиться у нас перцы будут примерно 40-45 минут. Готовность проверяется по степени мягкости перца. Накрываем крышкой, оставляем остывать, ставим в холодильник и подаем на стол в качестве закуски, в качестве гарнира и даже основного блюда эти неимоверно вкусные перчики. Чтобы не потерять рецепт, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч и пока!